Привет всем, это распаковка посылки с сайта Мыло Опт. Такой я сделала заказ, он составил на сумму 418 гривен, доставка была бесплатной, вот накладная. Так, я заказала литр сахарный децил глюкозид. Это ПАВ. Я его брала в маленькой бутылочке. Мне очень понравился. Уже давно пользуюсь. Этот ПАВ подходит для шампуня, для гелей для душа, для жидкого мыла для рук. Дальше. Заказала эмульгатор Span 60 для кремов. Еще не пробовала, попробую. Эмульгатор BTMS заказала две штучки, очень обалденный, он для бальзамов, для волос, для масок. Я его использую вместе с такой основой для кондиционера, просто супер. Дальше салициловая кислота, она используется в косметике против воспалений. Попробуем. Дальше. Альгинатная маска. Тоже первый раз взяла, с нанопептидами. Цитиариловый спирт. Это добавочка в косметику для волос, для лица и для мыла. И еще во многих сферах можно его использовать. Буду пробовать. Дальше оксид цинка, его можно использовать в косметике для кожи противовоспалительной, а также в косметике для загара. Защиту от загара обеспечивает. Дальше взяла основа для минеральной косметики матовая. Хочу попробовать в качестве пудры на лицо. 5 грамм. Взяла эмульгатор Olivine 1000, первый раз хочу попробовать, говорят, хорошие очень крема, то есть масло в воде, если я не ошибаюсь, то есть это когда до 80% в креме идет вода. Интересно попробовать, возьмет ли, эмульгирует крем. Дальше взяла тару такую, 250 миллилитров и на 100 миллилитров. Тут идет такой дозатор и крышечка. Взяла такую тару на 50 миллилитров, моя любимая, недорогая, 3 с чем-то стоит. Дальше экстракт василька спиртовый, цикламетикон и концентрат йогурта. Первый раз хочу попробовать на маске для волос, на шампуне также можно, ну и для кремов. И взяла ароматизаторы пищевые. Зеленый лимон, фруктовый бум, яблочный джем, ванильно-сливочный. Уже пробовала, всем очень нравится, классный запах. Ароматизатор карамель. Так, и взяла консервант Косгард для кремов. Попробую. Феноксиэтанол также для кремов, для шампуней и так далее. Это все. Спасибо за просмотр видео. Спасибо сайту Мыло Опт. Как всегда, сервис на высоте. Очень довольна и желаю успехов магазину, процветания, вдохновения. Всем пока! Открыла, понюхала ароматизаторы пищевые. Просто в восторге, запахи невероятные. Пахнет, в отличие от отдушек, очень натурально и ярко. Отдушка карамель, действительно карамелькой пахнет сладкой. Фруктовый бум пахнет мультифруктом, как сок. Зеленый лимон похож на эфирное масло лимона. Такой свежий, очень яркий запах, кисленький. Ванильно-сливочный, просто невероятный запах, очень вкусный. И Apple Jam ароматизатор, пахнет сладким яблочком, таким кислым. Очень-очень довольна.
Эти ароматизаторы добавляются в косметику на водной основе.